Друзья, и прежде чем начать, обернитесь. Нет, реально обернитесь. Это видео вы можете смотреть на 360 градусов. А для чего, вы спросите меня? Что мы тут не видели? А я вам покажу то, что вы не видели. И тогда, когда вы захотите оглянуться, вы скажете мне спасибо. Надеюсь, в комментариях. Не забывайте. Сразу скажите. И лайк, и подписка, и колокольчик. Так для чего мы это делаем? Для того, чтобы вытащить вас из ваших квартир. Для того, чтобы вы могли ощутить себя в тех местах, где побываем. Надеюсь, вам понравится. И мы начинаем. Поехали. Мы едем в Фунзах. Вы скажете, что я там не видел. Каждый, кто себя считает блогером, решает туда поехать. Кто не решает стать блогером, тоже туда решает поехать и снять, как там классно. Ну, я с вами согласен уже, как бы. Надоело. Успокойтесь. Хотя это, конечно же, на пользу. И вы скажете, а что же ты тогда нового делаешь? Вы увидите, я кашу варить буду. Для чего это сделано? Я вам хочу показать те места, где не бывало 99,9% людей, даже туристов, которые туда ездят, целенаправленно посещать разные красивые места. Мало того, что там не бывает, я никому не советую туда идти. Довольно-таки опасная дорога. Прямо сейчас, потом забудете. Паузу поставили, лайк поставили, комментарий написали. Подписались, колокольчик. И все в таком роде. Чего вы в машине сидите, когда у вас есть возможность сидеть на крыше? Давайте, без разговоров. Красиво, Ирганайское водохранилище. Одно из самых живописных мест в Дагестане. Одно из многих. У меня друг из Ирганая рассказывает про то, как здесь раньше жили, про сады, поля, пастбища для животных. Много земель для культивации было. Сейчас вообще не осталось земель, и люди зарабатывают только на турбизнесе. Ну ладно, хватит уже отдыхать, едем дальше. Все еще на меня смотрите, что ли? Обернитесь. Я для чего камеру использую данную? Каждый раз как в первый раз. Красота. Так. Я постарался полностью разгрузиться. Все, что не нужно, убрал. Убрал камеру, убрал объективы. Убрал куртку, даже снял. Взял пол бутылки воды. Дорога... Ух ты, какая это красота. Дорога предстоит тяжелая. Не сколько вниз, сколько вверх.
Хотя вниз тоже она не менее сложная. Вас я могу оставить наслаждаться красотой, а я, наверное, запущу коптер, чуть полетаю. Кстати, подписывайтесь на мои соцсети. К сожалению, на видео этого формата я не могу монтировать видео с коптера, обычные 16:9. Их я выкладываю у себя в соцсетях. Karim.Daniyev, можете найти меня везде. Все, что не вошло сюда, войдет туда. Запускаю коптер, чтобы снять одного из этих сумасшедших, который прыгает с веревкой. И орлов заодно поснимать. Главное, чтобы они не атаковали мой дрон. Будем применять знания и техники, чтобы уходить от атак. Главное, резко вниз не уходить. Поехали. Что сказать? Третий раз попросить вас лайки поставить или чуть погрубее сказать? Нет, все еще прошу. Пока прошу, по-хорошему ставьте. Кстати, назад не смотрите, там сварку делают рабочие, которые устанавливают фонари. На сварку нельзя смотреть, зрение ухудшится. Еще одно симпатичное место сейчас покажу. Салам алейкум. Не погладить котика, а? Такой будем более пушистым. Когтями погладить. А? Давай на обратном пути. Ну да, да, все. Для кадра погладили, хватит. Почему?
Здесь я и хочу завершить данный выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь. А что я все время надеюсь, вам понравилось? Как такая потребность одобрения окружающих. А это психические и психологические проблемы. Надо обратиться куда-нибудь. К Лору, например. Ну чего вы не смеетесь? Друзья, там, кстати, мочок. Зимой мы туда, иншалла, поедем. Это нечто. Люблю там кататься на коньках. И хочу очень сильно в конце апреля тоже покататься на коньках. Там вообще безумный вид. Ставьте лайки, подписывайтесь. И выразите, пожалуйста, свое мнение. Ну, нужна обратная связь. Что бы вы добавили, чего бы вы хотели, чего вам не хватило. И я обязательно попробую все это внедрить. До скорых встреч. Но, к сожалению, на этом выпуск у нас не закончился. Уже ехал домой по объездной Буйнакска. И ЗИЛ, короче, тащился. Это не оправдывает, конечно, и видимость хорошая была, тоже не оправдывает. И через сплошную обогнал. И сзади, короче, появились мигалки. Вроде смотрел, не было никого. Я хочу напоминание сделать, братья. Не пытайтесь никогда договариваться, как-то решить вопрос. Потому что Всевышний проклял того, кто дает взятки и берет взятки. Лучше заплатить штраф и не обрекать себя на такую участь. Ассаламу алейкум. Теперь, надеюсь, точно все.